Приветствую вас. Конечно, мы вам можем помочь, потому что это наша работа. Бороться с вашей проблемой, на мой взгляд, никакой нужды нет и быть не может. Именно бороться с проблемой. Именно бороться. Никакой нужды нет, потому что побарывая свою проблему, вы делаете себе в данном случае только хуже и ничего больше. Вот. Поэтому побарывать проблему не нужно. А вот раскрыть ее, раскрыть, что стоит за, к примеру, за ваши проблемы, это вполне себе идея. И это вполне себе мысль. Вот, то есть это, нужно как раз посмотреть, да, каков, например, глубинный смысл того, что вы, допустим, делаете. То есть вот вы хотите, к примеру, уйти пораньше. Да, допустим. Зачем? Чтобы что? Для чего? Какая у вас цель? Что вы хотите уйти пораньше? Когда это началось? С какого момента у вас это началось? Какие чувства у вас в этот момент имеют место быть, возникают? Что вам хочется в этот момент? Вот. Это то, что нужно исследовать. Потому что вот так, если просто вот мы говорим, да, то это, ну, по сути, это просто рассуждение, это просто умозаключение, вот. И все, понимаете, какая штука. То есть, на мой взгляд, нужно исследовать именно глубинную сторону того, что вы делаете, и того, что вы хотите. И того, самое главное, для чего вы делаете то, что делаете. Вот. Какое для вас имеет значение? Ведь вы же не будете, например, говорить, да, вы не будете говорить о том, я надеюсь, что это происходит абсолютно, абсолютно без вашего ведома. Вы же не будете говорить о том, что это происходит абсолютно безо всякого контроля с вашей стороны, понимаете? То есть, я думаю, ситуация здесь именно такова, я думаю. Вот. То есть, совершенно очевидно, что какие-то действия, да, какие-то цели вы преследуете. Вот. То есть, что-то вам нужно. Чего-то вы хотите добиться этим поведением
свои. Но что именно вы хотите этим добиться, непонятно. И это нужно как раз исследовать. Исследовать именно для того, чтобы понять, что вами руководит. Вот. Понимаете? Без этого, на мой взгляд, ситуация не изменит. Ну, то есть вы описываете следствие ваших действий, вот, именно следствие вы описываете, но не причину. Причина, она, скорее всего, в другом, в чем-то. Вот. В чем? Да, в чем? Ну, нужно исследовать. Если вы, конечно, хотите, ну, действительно вот в этом направлении поработать. Если вам это, ну, действительно интересно. Вот так, в принципе, мне видится данный аспект. То есть, если мы не будем гадать, да, вот именно гадать мы не будем. А если мы именно вот нацелены с вами, настроены на серьезную работу, да? Вот. В целом, я думаю, что это имеет для вас какой-то смысл. Сначала я начал бы с чувств, которые вас мотивируют уходить, и с чувств, которые у вас появляются, когда вы уходите. Когда вы это делаете уже. Вот. Я думаю, что вот с этих моментов вам желательно бы начать. Вот. А дальше уже, в общем, будет видно, что и как, да, дальше будет видно и понятно, как и что вам делать. Ну вот, в принципе, такой момент, вот как, ну, как мне это видится, да, вот мне видится именно такая ситуация, мне видится такой момент, вот. Я надеюсь, что вы это тоже для себя проанализируйте. То есть просто вот возьмите любой случай возьмите, который с вами происходил, да, вот, ну, абсолютно любой случай, и преследуйте его по чувствам. Вот вы хотите уйти, к примеру, да, к примеру, вот вы хотите уйти. Что для вас это значит? Что будет, если вы не уйдете? Когда вы уходите, что вы себе говорите? И так далее. То есть это вот очень важная история, с которой нужно начать. А сейчас это будет просто, знаете, это просто, ну, как вам сказать, это сейчас оно просто гадание. Вот. Просто гадание. Вот. Что может быть так, может быть по-другому, да. Вот. То есть такой момент. Вот. Это то, что я могу вам
совершенно точно сказал. Более определенно, более точно, к сожалению, нельзя, потому что слишком мало информации. Вот было бы побольше информации, да, можно было бы вам что-то уже, ну, можно было бы вам что-то порекомендовать. Такой вот, ну, более конкретно, да, более такой вот, ну, более обстоятельно, вот. На данный момент только так, то, что я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обязательно проделайте задание, которое я вам порекомендовал. Вот. Оно очень важное, потому что то, что вы описываете, да, что вот я ухожу и все, ну это материалы для анализа абсолютно никакого не дает. То, что вы вот пишете, да, это абсолютно никакого материала для анализа не дает. Вот, а анализ, как бы, материала необходим. Вот. А вот, в принципе, так. Вот вы пишете, что я уверен, это плохо влияет на жизнь. В общем, то есть как это плохо влияет, давайте тоже этот момент поисследуем. Но при этом реально никуда не спешу, но реально в этом неприятном состоянии. В каком неприятном состоянии? Тоже нужно уточнить, как можно начать избавляться от этого состояния. Опять же, из какого состояния? Да, из какого состояния? Вы пишете, что хочу все раньше закончить. Просто. Ну, сколько бы ни было. Нужно уйти. Знаете, раньше это оценка. Знаете, это оценка. Существует оценка у вас, что вот, как бы, есть какое-то действие, да, есть какое-то действие, и вам важно его именно вот раньше закончить. Но эта оценка, она откуда-то берется, понимаете, какая штука. Важно преследовать ее природу. Не факт, что это будет вам сразу понятно, вот. Не факт, абсолютно, но тем не менее, это ничего не меняет, ну, в том смысле не меняет, что даже если не сразу, то все равно нужно искать, то есть это работа. Потому для начала поработать именно вот, именно со своими чувствами. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Ага, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделайте его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Всего вам доброго.